Съемочная группа, подтягивайтесь из коридора, чтобы зритель увидел, кого закидывать помидорами. Добрый вечер. Позвольте представить группу. Я буду по порядку, как стоит. Главный герой фильма Иван Охлобыстин. Кастинг-директор Алена Михайлова. Второй режиссер Ирина Михайлова. Исполнительный продюсер Татьяна Шапошник. Директор картины Светлана Дахновская. А вот эти двое мужчин – это люди, из-за которых вообще все это произошло. Автор идеи – Михаил Зайцев. И автор сценария – Игорь Ахмедов. Мне нравится с ней работать, мне нравится вообще женщина. Неистовая, как это объяснить, харизматические лидеры. Вот она относится такая, к таким, несмотря на вот всю миниатюрность. Она умеет вдохновлять, и это важно очень. Мне хорошо работалось с группой, она комфортная была. Жалко только, что нет оператора-постановщика Заура. Вот тоже особенный человек, он вокруг себя распространяет. Обычно операторская группа, она нервная. Ну, кто-то в киноработе, я знаю, они вынуждены, ответственны за механику, вот это все. А он вокруг себя сеет такую благодать, вокруг него такой оазис. А шторм весь внешний, вот это врано. Мы не знали, какой результат будет на выходе, потому что вот так внезапно все начали снимать, внезапно. И не верилось, что можно уложиться в такие сроки. И с большой опаской я шел на первый показ, когда смотреть. Вообще очень осторожно отношусь к своим работам. Как любой нормальный человек, здоровой ясной памяти и здоровой психики, я себе на экране не нравлюсь. А могло быть лучше. Я должен был быть красивее, как Джо Дассен, я думаю. Но вот так получилось, что я такой, но я себе не нравлюсь. И поэтому я смотрю с большой-большой опаской. И когда меня хвалят, предположим, за что-то, у меня большое подозрение, что от меня чего-то хотят в будущем. Какая-то корысть нехорошая в этом человеке. Я испытываю больше негативные чувства к нему, нежели позитивные. Наверное, это свойственно любому человеку. Но и после этого фильма, когда ко мне подходили вот после тех просмотров люди, и говорили, здорово, вот прям... Хорошо, отдохнули. Для меня это было очень большой похвалой, и поскольку я реально подсознательно осознавал, что не врут. Вот такую мудреную, длинную, витиеватую, но красивую речь я вам сказал. Это был экспромт. Я извиняюсь, спасибо, Ваня, но если подумать, что я дала тебе слово, чтобы ты меня хвалил. Я на самом деле не могу не сказать о том, что... Не было бы Вани, не было бы этого фильма, потому что первым моим условием, когда я взяла этот сценарий в руки, я позвонила Ване и сказала, ты будешь сниматься? Он сказал, да. Вот, подходят члены группы, художницы наши, Стелла и Яна. Вот сразу по ним видно, что это художница. Значит, просто не могу сказать об актерах, которые еще снимались в этом фильме. Дело в том, что Иван Охлобыстин и Дарья Никомасова – единственные профессиональные актеры, которые снялись в этом фильме. Все остальные – это непрофессиональные актеры, дебюты, но мне кажется, они отлично справились. Это их, к сожалению, сейчас нету здесь. Это Андрей Молочный в первую очередь, Светлана Ефремова. И вот вы увидите там в эпизодических ролях тоже все непрофессиональные актеры. Приятного просмотра. Спасибо за внимание.